Здравствуйте, ребята! Подростковый возраст – самый сложный период в жизни ребенка. В течение этого периода происходит переход от детства к взрослой жизни. Подражая взрослым, ребенок может приобрести не только полезные, но и вредные привычки. Табакокурение является самой распространенной и достаточно опасной вредной привычкой в подростковом возрасте. Сегодня тема урока – профилактика табакокурения. Как вы думаете, почему подростки начинают курить? Но на самом деле, закурив сигарету, подросток не понимает всю опасность своего поступка. В табачном дыме при курении выделяется более 4000 химических веществ и соединений. Больше всего вредят здоровью никотин, угарный газ, смолы, соли тяжелых металлов, остаточные вещества, возникшие при сгорании. Табак не является продуктом, годным для употребления человеком. В организме человека отсутствуют природные механизмы защиты от никотина и прочих ядов, содержащихся в сигарете и вызывающих рак. При табакокурении опасные вещества выделяются и в окружающую среду, вредя здоровью всех находящихся поблизости людей. Табакокурение может поразить каждую часть вашего тела. Эта пагубная привычка вызывает рак легких, крови, желудка, почек, поджелудочной железы, прямой кишки, мочевого пузыря и репродуктивных органов. Кроме этого, возникают хронические заболевания сердца и легких, которые могут привести к инсульту и инфаркту, также к разрыву аорты. Табак не является продуктом, годным для употребления человеком, тем более подростком, потому что организм подростка еще не сформирован и будет развиваться почти до 23 лет. Подростки, начавшие курить до 15 лет, в 5 раз чаще умирают от рака легких. Чтобы организм нормально сформировался, все эти годы к его клеткам должно поступать нужное количество кислорода и питательных веществ, но ни в коем случае токсинов, которые содержатся в табачном дыме.